Сейчас переушел, вы катаетесь по городам России. Почему больше всего скучаете, когда уезжаете надолго из дома? Очень скучаю своей собаке. Собака остается всегда в Москве, потому что на долгий прилет очень жалко его брать. Но если у меня получится, может быть, я его возьму в Казань. Если бы не фигурное катание, кем бы стала Камила Валиева? Балериной, гимнасткой. Ну и все. А если бы не спорт? Балет — это не спорт, это искусство.